Период со 2 по 12 апреля студенты Кузнецкого колледжа электронной техники проведут насыщенно. В учебном заведении стартовала декада по правовым знаниям. Сегодня мы познакомимся или еще раз напомним основные права и обязанности несовершеннолетних. Поговорим о правах и обязанностях по уставу студентов колледжа. А затем мы бы хотели привлечь студентов к участию в тестировании и выявить те проблемные вопросы, которые связаны с определением правового статуса студента. Активные участники декады – студенты. Не без помощи преподавателей учащиеся будут создавать различные презентации, участвовать в обсуждениях, готовить доклады на правовую тематику и делиться собранной информацией со сверстниками. Студенты по очереди получают навыки логического размышления, общения, постановки своей культурной речи и одновременно они еще раз знакомятся с своими правами и обязанностями. Ребята узнают, как в соответствии с законом необходимо вести себя в учебном заведении, при каких обстоятельствах их смогут отчислить и имеют ли они после этого право на восстановление в колледже. В рамках заседания политического клуба ребята свяжутся по прямой телефонной линии с уполномоченным по правам человека в Пензенской области Светланой Пенишиной. Проведут заседание круглого стола на тему профилактики наркотической зависимости. Примут участие в дне юридических консультаций. Мероприятий запланировано масса, и участие в них необходимо для студентов, считают преподаватели колледжа. Молодым людям нужно знать и изучать законы, которые обязательно пригодятся им в жизни.